Именно здесь можно скачать готовые футажи вылетающих цифр и букв с прозрачным фоном, специально для создания красивых надписей. Подходит для любой программы монтажа, не требуется выполнять кейинг. Thank you.
инструкция, как скачать. Для работы с футажом его нужно скачать в максимальном качестве. Только в этом случае гарантирован лучший результат. Как это сделать? Удобнее всего использовать бесплатную программу FreeMake Video Downloader. Ссылка на дистрибутив в описании. Добавляем в FreeMake Video Downloader ссылку на ролик с YouTube, выбираем максимальное из возможных разрешений 1920 на 1080, 50p, скачать. В наборе содержатся два типа футажа. Это сама анимация и маска для нее. Маска нужна, чтобы удалить черный фон, а под ним вы можете расположить все, что пожелаете. Скачали футаж, открыли его в программе монтажа, отрезали справа и слева лишнее, разрезали футаж на две части по границе, поместили цветной футаж под черно-белый. Точки начала футажей должны совпадать, чтобы маска точно подходила под цветные объекты. Если вы работаете в Премьере, то нужно применить к нижнему цветному футажу эффект TrackMate Key. В поле Mate поставить название дорожки, на которой стоит черно-белая маска. Composite Using ставим Mate Luma. Если вы работаете в Sony Vegas, то первое. Располагаем слои так. Белая маска, цветной футаж, нижняя дорожка наше видео, которое будет фоном. Второе. Режим комбинирования выбираем «Умножить маска». Третье. Для цветного слоя выбираем «Создать родительскую дорожку» для комбинирования. Четвертое. К черно-белому слою маски применяем стандартный эффект – генератор маски Sony. Кстати, если футаж немного просвечивает, то поставьте значение «High In» 0,9. Все футажи можно использовать совершенно легально и бесплатно. Никаких отчислений или ограничений по авторскому праву нет. Если мы были вам полезны, не жалейте лайк и поделитесь материалами на своей страничке в социальной сети. У нас еще много полезных штук. Чтобы не пропустить, подпишись. Будьте в курсе!